Hey, girl. Привет. Меня зовут Локдог. А тебя? Лакуанда. Лакуанда, у тебя есть парень? Нет. Мужчины меня почему-то боятся. Даже не знаю, с чего бы это. Ну, наверное, такая замечательная девушка, как ты, вызывает у мужчин блевоту. То есть робость. Со мной может быть только особенный мужчина. Понимаешь, о чем я? Да, слушай, я отойду на минутку. Эй, красотка, тебе лучше сбавить обороты. Ты не мой папочка. Ты не оплачиваешь мои счета. Так что не выступай. Вау, моя любимая песня. Привет. Меня зовут Локдог, а тебя? Киша. Киша. Ты всегда такая застенчивая, Киша. Киша, а что если мы пойдем ко мне, разопьем бутылочку при свечах? Я даже не знаю. Мы только познакомились. Девочка моя. Локдог не кусается, если его об этом не просят. Ну хорошо. Я думаю, ты меня не обидишь. Милый, ты меня правда любишь? Конечно, девочка, ты же знаешь это. Я уже совсем пьяная. Еще немножко. Плохо от этого не будет. Просто когда я напиваюсь, я становлюсь немножко сумасшедшая. Этого-то я и хочу. Понимаешь, из-за того, что я делаюсь такая странная, когда выпью, я обычно не хожу домой к ребятам, с которыми только познакомилась. Но с тобой мне так спокойно. Это хорошо, девочка моя. Я хочу, чтобы со мной ты расслабилась и была сама собой. Ты такой противный. Я лучше пойду. Девочка. Расслабься. Не уходи. Ты в хороших руках. Локдог будет с тобой ласковым и нежным. Ты уверен? Думаешь, мне можно остаться? Я хочу, чтобы ты была сама собой. Но я же предупредила тебя, что я немножко сумасшедшая. Давай, сойди с ума. Давай, покажи мне, какая ты. Хорошо. Ну, черномазый ублюдок, сейчас я тебя трахну так, что яйца звенеть будут.